Доброе утро. Вот утренняя подготовка, физкультура. Некоторые пишут: заготовь дров там побольше сразу, сделай поленницу. А зачем смысл? Так утром вышел, размялся, попилил, поколол, проснулся. И плюс поленницу надо как-то тоже где-то скрыть, чтобы меньше привлекало внимание. Не знаю, вроде и так нормально. Пилу поточил, но походу надо еще развал схождения, разводку делать еще. Как-то все равно она должна лучше пилить. Зуб большой. Стружка мелкая. Должна крупнее быть. Попробую потом разводку еще сделать побольше. Дверь это стала ходить. Загнул я что-то не буду. Как-то закрывается. Еще с той стороны сделать. Еще холоду какой-то крючок. Купи колу, купи колу. Чем не колу? Зачем колу мне, если я, у меня эти дровишки маленькие? И этим топориком нормально рубится. Ну иногда не с первого раза, конечно. Сучковаться просто. Когда-нибудь колом куплю. Уже денег стоят немало. Говорит. Чистоты, а чистота мне тут хромает, конечно. Ну, лесная шизба. Не квартира. Простительно. Полочка еще, ну не полочку, шкафчик сделать под утварь. Кашку сварим. Хреновастенько, конечно, на этой варочной панели варится. Вроде тонко, но сильно это. Нету такого
жара особого. Так, потихонечку греет, греет. Была бы дырка, хорошо было бы. Кстати, может вырезать дырку потом. Ну да, кстати, можно как-то. Что-то я раньше не подумал. Кирпичом потом закрывать еду и все. Ладно, потом вырежу. Я болгарку-то унес уже обратно домой. Потом, когда в следующий раз пойду, возьму болгарку. Вырежу. Сейчас попью чай и будем делать. Из этого бревнышка сделаю верстачок, наверное. Нормально будет. Подровняю. Квадратик сделаю. Или, наверное, с этих сторон не буду трогать. Две стороны. И это подровняю. Нормально будет. Ноги еще потом приделаю. Конечно, с бензопилой бы проще было, пополам его распилил бы. Все, что такое более-менее серединка, не гнилое, остальное все убрал. Сейчас схожу, отпилю какие-нибудь ножки, приделаю. Сейчас я их обстругаю. Вот так думаю, пропилю. Одну вот эту часть выберу. И так сделаю ножки сюда. Здесь гвоздем пробью, чтобы упор был хороший.
Отлично. Хорошо бы. Надежно. Сейчас на ножках так вот опилил немножечко. Сдругивал. Жесткость была. Вот. Снова есть. Осталось дело за малым. Здесь жестко. Осталось подровнять ножки. Поперечину вот так опустить. И жесткость посередине сделать. Вон сколько. На растопку щепок. Тут уже не на растопку, тут можно полностью отопить будет печку. Кашка у нас дошла. Вкусненько пахнет. Всем приятного аппетита, кто кушает. Все рядом. Умывальник рядом. Туалет рядом. Почти как в городе.
можно. На 2-3 раза хватает. Можно сразу кушать. Тарелки не марать. Понятно. Знаете, какой плюс деревянных ложек? Наверное, много кто знает, но может кто и в курсе. Плюс деревянной ложки, что она не нагревается, когда горячую пищу берешь. Железная ложка нагревается, и можно обжечься. А деревянная, она не нагревается, только вот сама пища горячая. Никогда не обожгешься. Так, ничего не видно, ни входа, ничего. Дыма почти что тоже нету, когда вот раскочегаривается. А когда печку не следишь, уже там мало угольков остается. Снова как бы подкидываешь свежачка побольше. Дым сильно валит, заметно. Ну ладно, пойдемте. Закинем пару рассудочек. Прогуляемся. Перед сном. Это лавочка от будущего, от прошлого домика моего. Тут домик стоял у меня. Этот базовый лагерь. Приходил сюда. Ну, там деревяшки какие-то искал, корешки интересные. А вот я потом вытащить, примерзло. Утащу потом, ну, найду место, где это клюет хорошо. Где-нибудь там припаркую, на ней рыбачить сидит. Хорошо, что тут рыбачки ходят, дырки делают, лунки. А то у меня табура нету, поставлю дырки, можно поколупать, порыбачить. Попробуем. Заодно лед пострю, какая толщина, просто страшно ходить. МЧС.
пишут, что лед безопасный от 70 сантиметров толщиной. Ничего себе. Толщина льда-то офигеть уже какая. Сейчас вспомню. Точно скажу. Можно вообще не бояться уже. Вот такая толщина льда. Тут больше 10 сантиметров. Чуть ли не 15. От 30 до 30 сантиметров. Ну, в 30 сантиметров можно уже на машине даже ездить. Все хорошо. Так вот эту купил херню. Ну, халку эту. Она в бок как-то, я не понял, как она спереди в блатном. Плохо записывать сейчас видеоролики-то на улице. Батарея быстро садится на морозе. Поэтому так, кратко. Надо включаться. Карман засовывать, отогревать. Ничего себе, можете меня поздравить с первым уловом. Ёршик. Это я даже не знал, что здесь ёршики есть. Вроде ёршик. Офигеть. Первая рыба в этом сезоне. Класс. Радости, полные штаны. Ну, мелковато, конечно. Какой-то я жалостливый стал. Жалко даже. Больше чем на уху не буду брать. Ладно. Сегодня пробная рыбалка, так что это. Сегодня рыбы мне не надо. Отпущу его. Ты что? Плыть-то собираешься? О, снизь. О, умер, о, нет. Уплыл. Сегодня просто попробую. А когда надо будет покушать на уху, пойду наловлю. Все. Всех зверей жалко. Хотя, в принципе, это такая природа. Все друг друга кушаем. Ладно, еще покидаю. Сколько тут? Даже 10 минут не посидел. Уже ёршик. Хоть и мелкий, но все равно на уху можно. Бульончик похлебать. Значит, эта мормушка хорошая. Онлайн поймали. Скажет потом, насадил, в магазине купил. Опа, опа. Оп. Надеюсь, не тот же самый. Вот и онлайн рыбка. Вот такие дела. Видели?
Ничего не насаживал. Точно такой же ёршик. Сейчас одного я тоже буду ловить тут стоять.